Это не ваше? Случайно. А я нашел под лавочкой. Да, мое, да. Ваше? Да, мое. Я же только что тут нашел. Да, 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 это мое. Это, ну, водка моя, да. А вы купили сами? Ну, конечно, да, вот в магазине взял, да. Да? Ну, нет, ну я раз, думаю, я вот нашел. Ну, я, наверное, заберу, да? Ё-моё, зачем? Я ее купил. Или, может, пополам? Пополам, не, не получится. Пополам, не, не получится. Точно? Хочешь забрать? Ну, забери. А ну, она же стояла возле вашей лавочки? Ну, да, да. Ну, я хотел выпить, да. Да. Хотел выпить, ну. Ну, я как бы нашел ее. Разговора нету. Что будем делать с ней? А есть предложение? Давай поделимся. Поделимся? Ну, пополам? Да. Ну, да. Пополам, не, не получится. Ну, а что делать? Ну, или давай, отдай мне, пожалуйста, ее. Я болею. Так она ваша или нет? Да. Или я нашел? Не, моя. Ну. Честно? Да, моя. Да. Моя. Да? Да. Ну, моя. Хорошо, пожалуйста. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Это моя чекушка, да. Я поставил ее просто, ну, сижу, жду человека. Моя чекушка.